В ходе очередного рейда сотрудники УМВД изъяли из незаконного оборота несколько десятков DVD-дисков с признаками подделки. В полицию поступила информация о торговле в одном из магазинов Октябрьского округа DVD-дисками, имеющими признаки подделки. По данному факту сотрудники полиции провели проверку, в результате которой выявили в реализации данной торговой точки несколько десятков дисков с признаками контрафактности. Продавец торговой точки о происхождении дисков ничего пояснить не смог. Документы на продукцию отсутствовали, DVD-диски были изъяты полицейскими. В дальнейшем по решению суда диски могут быть уничтожены. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренная статьей 7.12 Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, за незаконное использование чужого товарного знака в отношении предпринимателя составлен протокол. Владельца торговой точки по решению суда может ожидать крупный денежный штраф с конфискацией незаконной продукции.